Ауду биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рахман рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ 3 и продолжаем цикл передач, посвященных теме ваххабизма. Для этого мы вновь пригласим в нашу студию уважаемого шейха Гурбана. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Уважаемый шейх Гурбан, на последней передаче мы затронули тему о том, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб составил больше 60 критерий, и под эти критерии каждый, кто не попадает, тот не является мусульманином. И чтобы попасть под эти критерии, нужно еще это доказать. То есть недостаточно сказать, что я верю в Бога, но нужно еще доказать, что ты веришь в Бога, грубо говоря. Вот. И я вот в конце передачи, как я вывел итог из этого, что у человека были только корыстные цели, чтобы захватить земли, захватить имущество, прийти к власти, так сказать. Возможно, за ними кто-то еще и стоял, но я думаю, это мы все будем обсуждать. Могли бы продолжить? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين Я приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ 3. Совершенно верно, он заключал заговоры, у него он входил в заговоры с разными правителями. Первый у него заговор, который он вошел с правителем одной из провинций Аравийского полуострова, был неуспешным, потому что у них как-то не сладилось, они не могли поладить. Заговор заключался именно в этом, что правитель этой провинции предоставляет Мухаммад ибн Абдул-Вахабу материальную военную помощь, поддержку, а тот, в свою очередь, убивает, сражается с мусульманами Аравийского полуострова, захватывает Аравийский полуостров и подчиняет весь Аравийский полуостров этому правителю. Но первый договор был неуспешным, у них как-то не наладилось, как я уже сказал, поэтому он вынужден был заключить другой договор, войти в другой заговор, а именно с правителем по имени Сауд ибн Абдул-Азиз. Он вошел, он также был правителем одной из провинций, вошел в заговор. То есть поддержка была, опять-таки договор был тот же самый, ровно тот же самый, убивать жителей аравийского, мусульман Аравийского полуострова и подчинять их Сауду. Ну, эту историю мы ранее рассказывали, то есть поддержка была в этом. И вне всякого сомнения, все это было рады корыстно. То есть обвинение мусульмана в неверии было для того, чтобы сражаться с ними, чтобы иметь повод убивать их и подчинять их своей воле. И поэтому, когда Сауд ибн Абдул-Азиз, обратите внимание, когда Сауд ибн Абдул-Азиз захватил Медину, да, то есть было сражение, он сражался с жителями и правителем Медину, убивал мединцев, жителей Медины, Сауд ибн Абдул-Азиз, опять-таки под руками последователей Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, тех людей, тех бедуинов, которые последовали за Мухаммад ибн Абдул-Вахабом. Он когда захватил Медину, как пишет Аюб Сабри Баша, Аюб Сабри Баша, Аль-Ханафи, который был ханафитом и жил в 19 веке. Это книга «Тарих уль-Вахабия», «История ваххабизма», которая была издана где-то в середине, опять-таки, 19 века. В этой книге Аюб Сабри Баша пишет, что когда Сауд ибн Абдул-Азиз захватил Медину, обратите внимание, это очень важно, эти слова о многом говорят, то, что сказал Сауд ибн Абдул-Азиз. Он обратился к медицинцам, сказал: «Я ахали Мадина, аль-яума инна динакум аль-яума гад кумиль. О мединцы, сегодня ваша религия стала совершенной». Сегодня, обратите внимание, Сауд говорит, сегодня ваша религия стала совершенной. И приводят аят Священного Корана: «Аль-яума акмальту лакум динакум». Сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию, как говорится в Священном Коране. Всевышний говорит: «Сегодня я усовершенствовал вашу религию». И этот аят Сауд ибн Абдул-Азиз применяет к 18 веку, когда
он захватывает мусульман Медины и перед ними выступает в мечети самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Мечети, которую построил сам посланник Аллаха, саллаллаху. То есть они, это жители, люди, которые живут по соседству с мечетью посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Сауд ибн Абдул-Азиз говорит, что сегодня ваша религия стала совершенной. И далее он говорит, призывает их принять эту религию, эту совершенную религию, которая стала совершенной благодаря Сауду ибн Абдул-Азизу и его подручным ваххабитам, которых они ихванами называли, и до сих пор это ихваны. Он призывает мединцев проклинать всех своих предков. Запрещает им молиться за своих предков. Проклинать своих предков как многобожников. Ну, мы об этом еще поговорим. То есть, все это было для того, чтобы захватывать. Это все было для того, чтобы наивных, было для того, чтобы слабых и наивных людей мотивировать на убийство. Потому что, когда ты просто обычный правитель, который обычный князь или правитель какой-то провинции на Аравийском полуострове, и ты хочешь захватить другие провинции и в конечном итоге править всем Аравийским полуостровом, то тебе тяжело мотивировать людей на убийство других мусульман. Чем ты оправдаешь убийство других мусульман? Чем ты перед глазами, в глазах одного мусульманина оправдаешь убийство других мусульман? Как ты это сделаешь? Как это нужно сделать? Мухаммад ибн Абдул-Вахаб здесь поступил в какой-то мере гениально, что ли, если это можно так назвать, если это уродство и это моральное падение можно назвать гениальностью. Если это можно назвать, то это да, это было гениально. Он придумал инструмент, с помощью которого мог бы невероятнейшим образом мотивировать неокрепших, слабых, падких, обратите внимание, падких на женщин и деньги людей. Почему? Потому что ваххабиты всегда так были во всю историю, за всю историю своего существования ваххабиты всегда насиловали мусульманок в всех городах и всех селениях, где они побеждали. Это и сейчас это так происходит. Это известный факт. Они торгуют мусульманками. Торгуют мусульманками. В Сирии, в Ираке это реалии современности. И это было также во времена самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, во времена потомков Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. То есть сразу после смерти Мухаммада ибн Абдул-Вахаба все это продолжалось. Это 18 век, 19 век и так далее. То есть все эти времена они брали имущество мусульманина и насиловали их женщин. Это факт. Это, от этого невозможно куда-то уйти. Это факт современности, это факт прошлого. Да, они говорят, что нет, это не мусульмане, они мушрики. Но опять-таки, это мушрики, это многобожники по их собственным критериям, под которые они сами не попадают, согласно которым они сами не являются мусульманами. Они говорят, что жители Сирии, жители Ирака – это мушрики, это многобожники. Они говорят, что жители Аравийского полуострова до Мухаммада ибн Абдул-Вахаба были мушриками, были многобожниками. Обратите внимание, Ахмад Зайни Дахлан – это муфтий Мекки и Медины. Он был муфтия Мекки и Медины. Ахмад Зайни Дахлан в своей книге «Хуласат аль-Калам фи баяни умара аль-Балад аль-Харам» в этой книге он говорит следующее. Он говорит, «Вакана» – это страница 302-303, издательство «Ард аль-Харамейн». Он в этой книге, Ахмад Зайни Дахлан, это суннитский ученый, и не просто ученый, он муфтий. И почти современник Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. Он муфтий Мекки и Медины. Он говорит: «Вакана юсарриху битакфир аль-умма мин мунду 600 сана». То есть Мухаммад, он говорит, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб проповедовал, что последние 600 лет мусульмане стали неверными. Что за последние 600 нету мусульман, не было мусульман. То есть, начиная от своего времени
И отходя на 600 лет, на протяжении этих 600 лет Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорил, что мусульман. Нет, он обвинял, он говорил, что они не мусульмане. Он, то есть, такфир делал всем шести поколениям, всем жителям этих шести веков. То есть на протяжении этих шести веков, этих 600 лет, не было мусульман, он говорил. Да, это по его критерию, то есть Аравийским полуостровом, на Аравийском полуострове жили не мусульмане. То есть это их оправдание относительно того, что нет, это неверные, это многобожники и так далее, это только оправдание, опять-таки. Это всего лишь оправдание, это всего лишь... То есть на каком основании он сражался с жителями Медины, с жителями Мекки, ведь с мекканцами они тоже сражались, ваххабиты, пока они не захватили Мекку. Они не правили изначально Меккой, они не правили изначально Мединой. Семья Саудов изначально Меккой и Мединой не правили. Они по-настоящему начали править всем Аравийским полуостровом только в начале 20 века, обратите внимание. С 18 века по 20 век они сражались и убивали мусульман. И в том числе и сами тоже умирали. Что чаще было. Чаще они умирали, чем убивали. То есть, если говорить точнее, чаще проигрывали, чем побеждали. Да, они в основном сражались с женщинами и детьми. Я говорил, какие они технологии использовали для того, чтобы не встречаться с мужчинами лицом к лицу. Они обычно сражались именно с беззащитным населением, с женщинами, с мусульманскими женщинами. Что и сегодня происходит? Ну, как и сегодня, да. Как правило, обычно они геройствуют, когда нет уже боеспособных людей. Они беззащитными, они, как правило, геройствуют. Убивают детей. А какого-то благородства и так далее. Насилуют, отбирают имущество и так далее. То есть, все это было для того, чтобы оправдать свою жажду насилия и свою жажду обогащения. Не более того. Этот такфир служит именно для этого. Других каких-то оснований для этого искать, научного обоснования в Коране и Сунне здесь искать не нужно. Не нужно относиться к этим людям и к их ученым, как к каким-то знатокам Корана или Сунны. Нет, они таковыми никогда не были и не являются таковыми. Все, что у них есть, все, что они приводят из Корана и Сунны, нужно для того, чтобы оправдать те или иные свои цели, те или иные свои поступки, те или иные свои порывы и так далее. Оправдать свои низменные какие-то стремления, не более того. То есть чего-то там мы не можем, в том числе и в критике ваххабизма, обратите внимание, мы не можем в критике ваххабизма, и это ошибка, не можем относиться к этому как к какому-то серьезному вопросу и с каким-то научным подходом ее критиковать. Это неправильно. Почему? Потому что изначально ваххабизм не является каким-то обоснованным аятами и хадисами, каким-то течением секты или идеологии или убеждением. Нет. Это просто люди низменные, падшие люди, которые хотят убивать, насиловать, отбирать, править и так далее. Но у них нету какого-то основания для этого, нормального основания. Они вынуждены искать основания в религии. Они религиозно мотивируют толпу неокрепших, слабых людей какими-то сомнительными вещами, и сомнительным толкованием аятов Священного Корана, сомнительным толкованием, сомнительным пониманием сунны посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы оправдать свои цели. Уважаемый шейх Курбан, мы принимаем большую паузу, после чего продолжим. Иншаллах. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами, после небольшой паузы мы продолжим данную тему. Уважаемые наши телезрители, мы прервали небольшую паузу, до которой говорили о том, что такфиризм является опасностью, и цель его была, чтобы захватить земли и имущество. Мы хотели бы продолжить данную тему с уважаемым нашим гостем. Уважаемый шейх Курбан, мы говорили, что
На самом деле их цель была захватить земли, захватить имущество, захватить, так сказать, прийти к власти. И они использовали для этого религию, потому что религию удобнее управлять, допустим, через религию на людей влиять. Те люди, которые неопытные, не образованные, на них легче управлять ими. Да, то есть это на самом деле не секрет, да, то есть ни для кого совершенно, ни для одного объективного человека это не является для секретом. Это же очевидно. Есть Аравийский полуостров, на котором живут мусульмане. Вдруг появляется какой-то человек, который не занимает какого-то важного места в научном сообществе, в каком-то духовенстве, какого-то важного значения не играет. Никогда не был известен кому-либо вообще. Кому-либо никогда не был известен как какой-то ученый, как какой-то идеолог, как какой-то знаток Корана и Сунны. Никогда он Если только таким... неуспешный ученый был известен, Нет, он как вообще не неуспешный. был известен как ученый, не говоря уже о том, чтобы быть известным как успешным ученым. Он никогда не отличался. Он учился, он пытался изучать религию, но каждый раз у него возникали какие-то проблемы. Его выгоняли из города в город и так далее. Он скитался, он не мог где-то получить серьезное образование. И такой человек вдруг появляется и заключает договор с правителем, говорит, что я для тебя захвачу провинции Аравийского полуострова, потом захвачу Аравийский полуостров, ты мне дай оружие, дай мне деньги, обеспечь меня, я тебе для тебя захвачу все это. Что это еще может означать? Какие у него были порывы? Какие у него были цели? Для чего он это все делал? Зачем они убивали мусульман? Зачем они насиловали мусульманских женщин? Зачем они убивали детей? Зачем они раздевали мусульман и выгоняли в пустыню, где их ждала неминуемая смерть? Зачем это все нужно было? А, да, конечно же. Конечно, вне всякого сомнения. Кто может сомневаться? Конечно, это было для Бога. Для того, чтобы служить Богу. Это было для того, чтобы служить религии. Это нужно было для того, чтобы ислам продвигать, чтобы укрепить мусульман. Кто может в этом сомневаться? Конечно, это было для этого. То есть они ожидают, что мы так отнесемся к тому, что они сделали. То есть к этой истории ваххабизма мы должны так относиться. Кто-то ожидает, что кто-то может вообще предположить подобное отношение к истории ваххабизма. Конечно же, нет. Поэтому, вне всякого сомнения, все было из корыстных побуждений абсолютно. Но так или иначе, вернемся к словам, к речи Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Я специально не зачитываю на арабском языке. Читают перевод, который был сделан именно самими саудийцами, и сами саудийцы эту книгу издавали. Эти слова Мухаммад ибн Абдул-Вахаба заслуживают на самом деле долгих обсуждений по поводу этих слов. Это просто невероятные глупости слова. Это глупейшие слова, которые человек вообще способен сказать в своей жизни. О нем можно говорить очень долго. И это не просто, то есть какая-то глупость, какая-то шалость, какая-то невинная, абсолютно безобидная глупость. Нет. Это глупость, которая приводит к невероятным бедствиям, которая разрушает семьи, которая разрушает жизни целых семей, разрушает жизни целых стран, превращает мусульманские страны в кромешный ад. Это не что-то невинное, безобидное, нисколько. Это глупость, но это глупость, которая сотворила невероятное зло. Невероятнейшее зло. И когда знакомишься с теми историями, которые происходили в 18 веке, в 19 веке на Аравийском полуострове, и сейчас происходят в мусульманских странах, таких как Сирия, происходит в Ираке, происходит в Йемене, происходит в Пакистане и во многих других уголках мусульманского мира, мы просто ужасаемся, насколько это страшное явление, насколько это страшные люди, насколько это вообще бесчестные, жестокие и отвратительно падшие люди. Так или иначе, он говорит, имущество и жизнь человека будут неприкосновенны лишь тогда, когда все вышеуказанное посланником Аллаха будет дополнено тем, что укажу я. Это его смысл, его слов. То есть он говорит, жизнь и имущество человека будут неприкосновенны лишь тогда, когда перечисленное посланником Аллаха будет дополнено тем, что перечислю я. И он говорит, опять-таки мы здесь
Хочу напомнить, мы говорили об этом и неоднократно, множество раз говорили, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал эти слова для того, чтобы предотвратить бойню во время войны. А Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит это в мирное время для того, чтобы развязать эту войну. Он устанавливает правила, уникальнейшее правило, которое невиданно. Некое невиданное правило, невиданное в человеческом обществе за всю историю. То есть он не думает о на самом деле людях, которые на самом деле не являются неверными, которые не признают ислама. Ему до них нет дела. О мусульманах. Он думает именно о мусульманах, что они неверны, и ими сами воюют. Да, он говорит, что вот мусульманское общество, арабийский полуостров, в котором мы живем, он живет, то есть вот это арабийское полуостров должно доказать мне, такому же человеку, как они, ни пророку, ни ангелу какому-то. Ни ученому даже. Даже не ученому какому-то авторитетному. Должно доказать мне, что оно соответствует этим критериям, чтобы я их оставил в покое и не убил оружием, которое дало мне династия Сауда. Династия Сауда ибн Абдул-Азиза. Правитель Сауда ибн Абдул-Азиз. Оружие и деньги, которые дал мне он. Они должны доказать мне. Он на это подписывается, потому что ему интересно его предложение, правильно? Сауд. Он сам предложил это. Ну, Сауд на это подписался, потому что ему интересно было это предложение. Почему Сауд ибн Абдул-Азиз на это согласился? Опять-таки, я говорил об этом. Сауд ибн Абдул-Азиз был корыстным человеком, человеком, который стремился к власти. Ему нужно было, он видел и мечтал о том, чтобы захватить Аравийский полуостров. Но опять-таки, я говорю, мотивировать мусульманина убивать других мусульман, это сложная задача. А Мухаммад ибн Абдул-Вахаб предлагал нечто уникальное. Он говорил, все, кто последует за мной, они будут мусульманами. И как следствие, я подчиню их тебе, Сауду. Все, кто будут последовать за мной, я их подчиню тебе, они будут мусульманами, я их подчиню тебе. А все остальные будут неверными, будут не мусульманами. И можно будет их убивать. Даже нужно будет их убивать. Сауд видит невероятно великолепную перспективу захватить Аравийский полуостров, причем мотивированно и руками людей, которые будут с удовольствием это делать, с удовольствием убивать мусульман и насиловать женщин мусульманских. Прекрасно. Конечно, на это подписался этот падший человек, корыстный человек, который не посмотрел на то, что умрут, прольется кровь мусульманских женщин, детей и обычных мужчин, женщин, стариков и так далее, он на это не посмотрел и согласился, и подписал этот договор, и обеспечил Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, его потомство и его сторонников оружием и деньгами. Потом, конечно, у самой династии Сауда возникли проблемы с этими ихванами. И эта проблема на сегодняшний день, вот в современности, достигла своего апогея, и семья Сауда победила. Победила ихванов, то есть практически подчинила себе на сегодняшний день. Ранее это было не так, то есть в то время это было примерно равная сила, они считались друг с другом, а сейчас уже нет, уже полностью все подчинено династии и семейству Сауда. Так вот, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб говорит это в мирное время. А теперь давайте посмотрим на то, чем он дополняет сказанное посланником Аллаха. Мало того, что обстоятельства совершенно разные. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал это в военное время, он говорит это в мирное время. Мало этого, он еще и дополняет, так еще и мало этого всего он чем дополняет. Обратите внимание. Я перечислю несколько примеров. Опять-таки, все 62 мы, сами понимаете, со всем этим ознакомиться не успеем, всеми этими дополнениями. Вы, наверное, хотите выбрать те, которые... Несколько примеров. Например, в 46 главе этой же книги «Ат-Тавхид» он говорит выражение «Мир Аллаху». «Мир Аллаху». Выражение «Мир Аллаху» выводит человека... То есть, если человек говорит «Мир Аллаху», все, он уже не мусульманин. Мы сейчас не говорим, правильные это слова, неправильные, можно так говорить или нельзя, это отдельный разговор. Речь о том, что где в речах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, вот это он все это он обнаружил. Где он в сунне, где он в
священном Коране обнаружил, что эти слова выводят человека из ислама. Где он это обнаружил? Я уже не говорю о том, что он здесь, в этой же своей речи, в 6 главе, говорит, что... То есть, помимо вот этого списка, он уже выше, над этим списком, говорит нечто уникальное, которого нечто, что невозможно найти ни в Коране, невозможно найти ни в Сунне. Он говорит, дополнено полным, дополнено... полным отвержением всех объектов поклонения, кроме Аллаха. Речь об этом. Любое же сомнение или колебание лишает неприкосновенности имущества и жизни человека. Любое сомнение. Вопрос мой в чем заключается? Откуда он знает, сомневается человек или не сомневается? И он говорит, любое сомнение, то есть самое даже малейшее сомнение. Откуда он знает, засомневался человек или нет? То есть... Понимаете, о чем идет речь? Речь идет о том, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, провозглашая это, он решает, кто сомневается, а кто не сомневается. Он берет на себя ответственность решать, кто сомневается, и его последователи, его сторонники, его потомки берут на себя ответственность, кто решает, кто сомневается, а кто не сомневается. С чего он взял? И вот тот же самый Абдур-Рахман Ас-Саади, Абдур-Рахман Ас-Саади, в книге «Аль-Каулю Садид», которая является толкованием таухида Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, вот он что говорит. Однако само по себе произнесение этих слов, которые сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и которые он преподнес как достаточные для того, чтобы обеспечить неприкосновенность имущества и жизни, посланник Аллаха сказал, этих слов, произнесение этих слов достаточно, чтобы обеспечить неприкосновенность. Он говорит, Абдур-Рахман Ас-Саади говорит, однако само по себе произнесение этих слов не обеспечивает неприкосновенности жизни и имущества. Также не обеспечивает этого непонимания смысла свидетельства наряду с его произнесением, ни его подтверждения, ни обращения в намазах к одному только Аллаху, у которого нет сотоварищего. Имущество и жизнь человека будут неприкосновенны лишь тогда, когда все вышеуказанное будет дополнено полным отвержением всех объектов поклонения. И эти объекты поклонения здесь причисляются. То есть самим Мухаммадом ибн Абдул-Вахаба. Например, кто верит в суеверие, он перестает быть мусульманином. Опять-таки, я не говорю, можно или нельзя. Возможно, верить в суеверие, быть суеверным, это грех. Это грех. С чего он взял, что это выводит человека из ислама? Что человек перестает быть мусульманом? А гадание по звездам. Если человек гадает по звездам, он уже все, не мусульманин. Мы опять-таки не говорим о том, правильно это или неправильно. Речь о том, выводит ли это человек из ислама или нет. То есть любой проступок человека делает не мусульманином. О связывании выпадания дождя с расположением звезд. То есть если человек связал дождь со звездами, с расположением звезд, все, он уже не мусульманин. Если человек сделал что-то на показуху, это 30 глава. Если кто-то сделал что-то на показуху, какой-то там что-то... на показ что-то сделал, он уже все, не мусульман, он не грешник, он не преступник, он не падший человек. Нет, он уже перестает быть мусульманином. А тех, я закончу сейчас, я понимаю. А тех, кого не удовлетворяет клятва Аллаха. То есть, если кто-то поклялся Аллахом, а ты сказал, нет, мне этого недостаточно, приведи другие доказательства. Все, ты уже не мусульманин. Это глава 37-я. А выражение, если пожелает Аллах и ты. Это было распространенное выражение. Среди арабов, да? В то время. Да, в то время, во времена Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, говорили, если пожелает Аллах и ты, то я стану твоим, допустим, помощником. Я стану твоим другом, если пожелает Аллах и ты. Он говорит, это уже, это то, что ты это сказал, все, ты уже не мусульманин. Тебя можно убивать и отнимать твое имущество и насиловать твою жену. Уже. И множество других, сами можете ознакомиться, к чему я и призываю. Я думаю, может, часть на следующей передаче озвучим, если это будет нужно, и вы посчитаете это важным. Спасибо вам большое, что приходите разъяснять такую важную информацию, иншаллах. Эти зрители учтут информацию и будут ее, как бы так сказать, распространять, чтобы люди ознакомились с этим ваххабизмом. Я на этом с вами прощаюсь. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. Мы на следующей передаче продолжим данную тему. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.